На стройке физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Северном наша съемочная группа уже была. Эти кадры сняты в мае. На тот момент было выполнено 30% работ. Залит фундамент, собран каркас, возведены стены и кровля. Сегодня стройка вошла в завершающую фазу. Осталось выполнить отделочные работы, установить оборудование. Для более чем 10 тысяч жителей поселка Северный открытие физкультурно-оздоровительного комплекса будет долгожданным. Здесь, в самом большом зале ФОКа, обустроят зал для игровых видов спорта. Совсем скоро здесь появятся трибуны, на полу специальное покрытие. Открыть объект планируют к концу лета. Развитие массового спорта – одно из приоритетных направлений в регионе. Возведение ФОКа для поселка – необходимость. В Северном нет ни одной подобной площадки. Здесь смогут заниматься как взрослые, так и дети. Позаботились и о людях с ограничениями по здоровью. Для, скажем так, маломобильных групп населения есть отдельные у нас тут и для них и санузлы, и душевые, и проход. Даже есть места на трибунах. Кстати, трибуны в зале будет 167 мест и плюс 5 мест для маломобильных групп населения. Из более чем 80 миллионов рублей, выделенных на объект, освоено уже 66. Половина финансирования идет из бюджета региона, остальное – деньги района. Евгений Савченко посоветовал построить дополнительную подъездную дорогу, которая сделает комплекс доступнее для всех жителей поселка, а также предложил расширить возможности комплекса. Зал будет использоваться по полной программе. Помимо игровых видов спорта, здесь есть возможность постелить татами и уже… Ну что мешает вот здесь… Пристройку сделать и плавать в бассейн. Мы так и планировали. А это село Ближняя Игуменка. Вместо старого аварийного здания Дома культуры вырос этот центр культурного развития. Здесь на площади 25 тысяч квадратных метров расположатся актовые и спортивные залы, библиотека, танцевальная студия, кабинеты участкового и семейного врача. На возведение этого объекта понадобился год и 111 миллионов рублей. Откроют центр уже в ближайшее время. Этот объект, несомненно, необходим Ближней Игуменке. Такого объекта нету. Он удовлетворит полностью потребности населения данного населенного пункта. А в поселке Разумное первых посетителей уже принимает новый офис семейного врача. Здесь обслуживают жителей 4 медицинских округов, более 8 тысяч человек. Офис уже уменьшил нагрузку на Разуменскую поликлинику. Евгений Савченко призвал персонал обратить внимание на важные мелочи. Информационные таблички на стенах центра и на дверях кабинетов, а также бейджи с актуальной информацией на врачах помогут жителям поселка скорее принять и понять программу управления здоровьем. Виктор Лукьянчиков и Евгений Кравцовский. Новости Мира Белогорья.